Привет, друзья! Для проведения контрнаступления Британия поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Англо-французскую крылатую ракету Storm Shadow начали разрабатывать в 1994 году на основе разработанной во Франции крылатой противоракеты Apache. Ракета принята на вооружение в 2001 году. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой Scalp Edge. Ракета оснащена турбореактивным двигателем и имеет скорость полета до 960 км в час. То есть расстояние от Киева до Белгорода она может пролететь примерно за 20 минут. Ракету применяли в Ираке и Ливии. Коэффициент поражения целей составил 97%, по данным итальянских ВВС. Стоит отметить, ПВО там почти не работало. В 2018 году сообщалось, что 8 ракет, запущенных с самолетов «Торнадо», были сбиты силами ПВО Сирии. Эта информация опровергалась Пентагоном, но позже Министерство обороны России показало обломки ракет. Ракету программируют до старта, с учетом данных о ПВО и цели. Ракета летит автономно по маршруту цели на высоте 30-40 метров, руководствуясь данными GPS и картографии. Вблизи от цели ракета набирает высоту, а затем переходит в пикирование. Подъем на высоту предназначен для достижения большей вероятности идентификации цели термографической камерой. Подъем может не применяться, но точность ракеты снижается. Не стоит ожидать от поставки ракет каких-то существенных изменений. Как и все крылатые ракеты, их легко сбить, если район будет прикрыт современными системами ПВО. При удаче крылатую ракету можно сбить даже с ПЗРК. Дальность полета ракеты составляет примерно 560 км при запуске с самолета. Масса ракеты 1300 кг, масса боевой части 450 кг. Стоимость ракеты Storm Shadow 850 тысяч евро, по данным на 2011 год. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.